Привет, друзья! В этом небольшом мастер-классе я расскажу аудиофилам, незнакомым вообще с программированием микроконтроллеров, как поступить с загрузкой скетча, это исходного программного кода, в Arduino Nano для регулятора громкости в MZC высокой верности 21. Ну, во-первых, на вашем компьютере, наверное, нету Arduino, поэтому заходите вот на этот сайт и тут скачиваете для винды Arduino IDE, это среда программирования 2.1.1. Но я ранее скачал 2.1.0, установил себе, поэтому по новой загружать и инсталлировать не буду. Вот, покажу только, значит, что в результате у вас после скачки и инсталляции Arduino IDE, что у вас получится на рабочем столе. На рабочем столе у вас появится вот такая вот иконочка Arduino IDE. После того, как вы скачаете скетч и описание для регулятора громкости OMZC высокой верности с моего патреоновского сайта, значит, вам необходимо будет до запуска, собственно, Arduino установить библиотеки, которые привязаны к этому проекту. Проект, я напомню, называется Musis Nano. Его разработчик Николай Пшоня, мой помощник. И в нем есть, в этом архиве будет папочка библиотеки. Надо вот эти все библиотеки отметить и закинуть в папку Libraries, куда инсталируется у вас на вашем компьютере Arduino. У меня вот в данном случае эта папочка вот в такой поддиректории. Надо ее найти в Libraries и из архивного файла Николая Пшони вот эти все отмеченные, значит, библиотеки скопировать в папку Libraries Arduino. Что я сейчас и сделаю. О, скопировали. После этого можно смело запускать файл скетча Musis Nano Ино. Вот он. Запускаем. При этом автоматически загрузится, собственно, Arduino IDE. На это несколько времени уйдет, там секунд 10-15. Вот он загружается. Arduino IDE. Или проще сказать Arduino ID. У меня в данном случае 2.1.0. Вот, загрузился скетч Arduino. А мне сразу предлагают обновиться на версию 2.1.1, но я это сделаю позже. Значит, вот скетч Николая Пшони. Он содержит сколько там? Чуть меньше 700 строк. Вот он. 678 строк. Вы можете его почитать, можете модифицировать под свои нужды. Но в данном случае я покажу, как его загрузить в, собственно, Arduino Nano, чтобы получить готовенькую управлялку для MZC с учетом регулятора громкости. Значит, предварительно вы тут вот должны выбрать Arduino Nano как борд, потому что значит, у Arduino есть не только Nano, а Uno, еще там десяток разных вариантов печатных плат. Вот. Значит, и когда выберете Arduino Nano, заходим в Sketch и сначала проверим Verify Compile. Вот он компилируется.
преобразуется из понятных человеку исходных программных кодов в бинарный двоичный файл. Смотрим. Значит, Sketch использует 64% памяти Arduino, а глобальные переменные используют 31% динамической памяти Arduino. То есть, все в порядке. Мы не превысили 99%, и все будет хорошо. Значит, мы можем этот скетч напрямую загрузить в Arduino Nano через USB-шнурок между нашим компьютером и Arduino Nano. А можем сделать, если у вас есть программатор, хотя нафиг нужен программатор, если можно запрограммировать через USB-шнурок. Но тут мы можем сделать скетч, что сделать? Экспортировать скетч в виде компилированного бинарного файла. Для этого нажимаем «Экспорт». Он скомпилируется. Вот. Бжик, бжик. И у нас вот тут вот в нашей директории появится поддиректория build, в котором будет скомпилированные бинарные файлы во всех всевозможных форматах. Вон bin, или hex, или elf, или EEP. Вот. Значит, вот этот бинарный файл для бутлодера, значит, вы можете напрямую через любой программатор уже засовывать. Вот он выглядит вот в таком вот виде. Ой, нет, не то я нажал. О, вот это. О, это бинарный файл. А если hex, то он вот в таком виде будет. О. Ну, это все излишество, потому что Arduino IDE позволяет непосредственно из нашего текстового такого вот программного файла загружать все в непосредственно в Arduino Nano через USB-шнурок. Вот это вот команда. Verify compile, а потом upload, загрузить. Вот так. Все очень просто, дешево и сердито. Все, спасибо за внимание. Николай Евгеньевич, приветствую. Подделал программу, меню из пульта. От 3 вольт до 4,2. Температура минимум 40, максимум 90. Заставка и самовыход. Теперь энкодером точно так же. Теперь пики, добавим громкости. Начинаем добавлять до 4,2 вольта, сколько у нас выставлено. Вот громкость пошла убираться. Теперь даем, как будто у нас пропало напряжение или постоянка на выходе. Если мы захотим сбросить, у нас не получается, нужно убрать проблему. Ставим. Но защита не скинулась, хотя она вышла из меню. Защиту нужно скидывать, заходя вот сюда. И подождать. Все, реле отпустилось. Теперь по температуре. Сделал температуру. У нас там 40.
можно больше поставить, до 90 градусов. Вот оно пишет перегрев красным. Громкость можно убавлять, добавлять, но менюшки не работают, пока не остынет. То есть громкость можно убавлять. В архиве даю полностью программу, все, что необходимо. Две схемы, на одной схема защит, на другой Arduino. Все, что необходимо, напишите, подкорректируем.